Привет, дорогие друзья, с вами Дариди, и это игрушка Супер Танк. Поддержи меня, пожалуйста, пальцем вверх, подпишись на мой канал, если ты не подписан. Ну что ж, я вам покажу компанию. Мы прошли Железноруку в предыдущей серии, можете посмотреть. Вот я думаю, вы найдете, можете набрать Железноруки, вы должны найти мое видео «Босс Железноруки». А теперь у нас Доктор Блоф. Не знаю, победим мы его или нет, но смотрите. У нас остался 14 и 15 абсолютное оружие. Ну нифига себе, там броня. Ладно, давайте предвестник смерти. Начнем с тебя. Окей, миссия запускается. Фух. Я надеюсь, у нас получится. Первым делом нам надо отступить, ребят. Ух ты ж, нифига себе. У нас уже залпами такое. Походу дело. Так, одной пушки хана. Да, одной. Ребят, одной пушки хана. Так, давайте поближе подойдем. Но не сильно близко. Да, фигово, 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 фигово. Это же елки-палки. Блин, мы по низу бьем. Не, ребят, первый раз мы проиграли. У него осталась тоже одна пушка. Поражение. Ну, вот этим танком, ребят, кто знает, мы прошлого босса прошли. У нас осталось-то немножко, ну же. Две миссии. Хочу победить безумно. Я думаю, у нас есть шанс, ребят. Ну, есть же у нас шансы. Так, отлично. Будем издалека бить. Довольно-таки сильно у него орудие. Пониже, пониже отпускай. Отлично. Какая-то еще пушка осталась. Вон она, пушка. Дурацкая пушка, блин. Неужели не смогли? Ну как же так? В чем проблема? В чем, блин, проблема-то у меня? Одна сзади находится. Вот сзади будет проблематично убрать. Ну, если не в этой серии, то в следующих сериях, я думаю, мы с вами обязательно пройдем. Мне тоже нужна такая установка. Пока что мне надо просто отступать. Добивай. Я не могу установку его убить. Представляете себе? Дурацкий, блин. Какого черта? Эй. Помри уже. Немножко осталось. У него закончился бензин. Боюсь, что я не смогу до него добраться. Печально, какая смерть. У меня осталось всего лишь две пушки, но ехать я не могу. Поэтому, ребят, ну это поражение. Опять дурацкое поражение. Ладно, отход. Предлагаю немножко прокачаться, что ли. У нас будет 14 левел. Немножко, может быть, танк потом усовершенствуем. Ну, орудие давайте, пулеметик. Немножечко осталось. Деньги еще есть. Просто хочу новый левел. С другой стороны, нам... А, 6 осталось. И новый левел будет. Отлично, 14 уровень. А, ух ты, нифига себе, какие крепления стали нам доступны. Большое колесо. А, сепаратор какой-то. Позволяем теперь вы можете использовать большой блок. Передние фары. Позволяем теперь фару можете использовать. И кубиков немножко побольше. Так, а оружие можно, нет? Оружие, нет, также 8, ребят. Это нам не поможет. Да уж.
Ну, ладно, в другой раз будем. Пока что давайте просто будем с соперниками повоюем. Почему бы нет? Пишите тактику, как победить того босса, ребят, в комментариях. Хотя зря я этой пушкой играю. Я могу более крутой. Чтобы быстрее побеждать. Не, ну конечно, я выиграю. Но мне нужен огнемет. Ух ты! Нормальный ящик, медный ящик, это очень хорошо. Пооткрываем. Сразу мне вообще крутой попался. Так, у меня есть вот такой танк. Ну, этот надо уже переделать, слишком уж слабый. Вот этот мне нравится, да, хороший танк. Поэтому с ним будем побеждать врагов. В принципе, он всех мочит, ребята, очень хорошо. Отлично, самое главное, двигатель. Деревянный ящик, это самый обычный. Кстати, я сейчас вам покажу. Так, схемы. Схемы ящиков. Кстати, вот это давайте еще. А, ошибка, странно. Так, давайте откроем еще ящик. Бонусный ящик. Неплохо. Так, ребятки, вот информация. То есть, деревянный ящик самый простой. Потом идет медный ящик. Потом стальной ящик. Вот посередине стальной ящик. Потом ящик припасов из сплава. Вот его я выигрывал. И титановый ящик из припасов. Тут написано, вот тут у нас только простые блоки, тут простые редкие, ребят. И тут может выпасть одна карта эпическая. Тут 5 эпических и одна легендарная. И тут, конечно, 23 эпических, 6 легендарных. Вот этот ящик мне выпадал. Очень крутой, он мне помог. Так, ладно. Давайте продолжим играть с соперниками. Может быть, мне выпадет еще такой эпический ящик. Я был бы очень рад этому факту. Так, начинаем бить. Сразу по низу. Надо избавиться от пулеметов. Еще немножко. Отлично. Все, победа. Великолепная победа. И у нас деревянный ящик, самый простой. Ну и ладно. Сейчас будем зарабатывать уровень. Нам надо уже нормальный уровень иметь. Будем поближе к нашему противнику. Все, и будем жечь. Будем жечь. Отлично. Деревянный ящик, но зато уровень второй. Это очень хорошо. Мы прокачиваемся немножко. 14 левел, я считаю, довольно-таки хороший левел. Так, можно ехать. Так, начинаем жарить, ребят. Отлично. Только побеждаем, много золота зарабатываем. И все очень динамично. Все, ребят, для вас стараюсь. Так. Новый соперник. Давайте посмотрим, кто нам попался. Дальше все сложнее и сложнее играть. Пока что мы их легко всех побеждаем. Представьте. А, медный ящик. Медный уже хорошо. То есть там попадется нам редкая карта. Ну, деталь редкая. Вот она, редкая деталь. Двигатель. Блистательно. Должен же крутой ящик мне попасться. Будем надеяться, что попадется, ребят, крутой ящик. Один раз мне попадался. Опускайся. Почему огнемет не опускается вниз? Так, отступаем. Зачем сейчас добьют? Потому что у меня одна пушка осталась. Поближе давайте подойдем. Эти тоже доставучие вот ходят там. В принципе, я достаю так. Давайте так и бить. Что там опасно. А, вот, подождите.
И самое главное вот это... А, нет. Этого недостаточно было. Все. Отрицательная победа, деревянный ящик, но все равно хорошо. Кто нам следующий попадется? Ух ты, что ничего себе. Начинаем жарить, начинаем жарить. Пока есть возможность такая. Все легко и просто. Очень-очень много денег зарабатываем. Кстати, нам надо как можно на все деньги заработать. Отлично, ищем нового соперника. Ух ты, нифига себе. Но он реально здоровый. Зачем ему это колесо вообще? Я его что-то боюсь немножко. А давайте уже атаковать. Вниз опустись. Так, надо разбить его, размочить. Отлично. Ну, конечно, фигово. Но мы все равно победили. Просто огнемет мы разрушили. Ладно, нормально. Скоро, ребят, будут более интересные серии. Мне надо только 100 тысяч подписчиков. Все дороже и дороже искать соперников. Очень жду, ребят, 100 тысяч подписчиков. Будет особенная серия Мега Крутая, потому что для меня это очень важно. Давай же. Это довольно-таки сильные блоки, ребят. Отступаем нафиг. У меня одна пушка осталась. Так, уходим, уходим, уходим. Тебе издалека бить его. Отлично. Мне помогали, конечно. О, третий левел уже. Деревянный ящик третьего уровня. Бесподобно. Тем дальше. Ух ты, следующий босс. Ну, босс. Соперник вам. Нифига себе. Что это такое, блин? Тут куча, куча пулеметов, ребята. Я не думал, что это будет круто. Блин. Что за безумие? Можно так же сделать. Ну, Вилли, он размочил моих всех. Моя пушка куда стреляет? Давай, броня у него не очень сильная. Пока они отвлекаются. Надо разбить его. У меня есть идея в следующей серии. Действительно, сделаем там пулемет. В принципе, я еще еду нормально. Справились. Ух ты, медный ящик, неужели? Простая, простая деталь, простая. Редкая. А, ну все, редкая только. Нам надо более крутой. То, что у нас есть тема следующей серии, у нас будет пулемет. Пулемет-танк. Отлично. Хочется уже 15 уровень, но надо сильно качаться. Так, новые победы. Ищем нашу очередную жертву. А, ну вот она. Так, сразу по колесам, сразу по колесам. Отлично. Все, победа. Я думаю, разработчики возьмутся за игру и сделают обновление. Вы, ребят, если что, допишитесь, если я вдруг заброшу игру, и там будет крутое обновление, то я обязательно продолжу играть, лишь обновлению, как, чтобы я не снял обновление на танке. Ух ты, нифига себе, довольно-таки интересный танк. У него новые колеса, ребят, помните, которые мы выиграли? Опять медный ящик, повезло нам. Редкая должна попасться, вот она редкая.
Так, а при системе кто там должен попадаться нам? А, вот, а, стальной ящик, а у меня мед. Мед, чтобы у меня стальной ящик выпал. Чтоб эпическая карта. Давайте будем искать стальной. Рано или поздно он... Ух ты, нифига себе. Вот он, гад, он наступает, представьте себе. Попробуй наступать. Ох ты, нет, разобьет меня. Давай еще разок. Отлично, отлетел. Только интересный танк. Я хочу танк из пулеметов сделать, ребят. В следующую серию постараюсь. Так, нам надо двигатель обезвредить. Давай, давай, давай. Чуть повыше. Чуть пониже. Отлично, все, теперь он будет стоять. Теперь он куда-нибудь денется. Поддержки у него тоже не будет. Этот вариант. То есть мы уже победили. Можно сказать. Все, отлично. Ну, последний раз сыграем. И уже в следующей серии встретимся. Так, отличненько. Вот такой вот танк. Я надеюсь, мы победим. Да, очень быстро побеждаем танк. Приятно рулит. Смотрите, какой сложный попался. Неожиданно. Я мог проиграть. Отлично. Так, ну и что мы тут сделаем? Давайте под конец серии улучшим, не знаю, ну, оружие. Миномет я не использовал, но... Почему нам его не улучшить? Может быть, мы будем им пользоваться? Шипы, я не знаю, будем ли мы вообще шипами пользоваться, пишите в комментариях. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Броню я тоже не всей пользуюсь. Можно, конечно, пооткрывать. Эти уже лучше, да? А, это... Это простые, а редкие есть? Блин. Деньги же заканчиваются. Какой вообще мы рамой могли бы пользоваться? Эти еще покупать надо. И новое колесо надо купить. Ну-ка, если я куплю, допустим, у нас 214. 214. Да, осталось также 214. Вот если мы уже улучшим что-нибудь... Допустим, тебя улучшим. 214 стало 234 на 20 целых. Поэтому улучшать, ребят, надо. Надо, ребят, улучшать. Колесо. Видите, чуть-чуть, да, все равно растем. Я не знаю, будем ли мы пользоваться ими. Ну, честно, для того, чтобы прокачаться. Броня. Ну, давайте броню улучшать. Ну, все, мы в ноль. В ноль, ребят. У меня 14 левел. Вот. А вы поддерживайте меня пальцем вверх, чтобы было больше интересных серий. С вами был Даридя. Всем до скорого. Пока-пока.